Приветствую всех, дорогие друзья! С вами канал Sava Play Today, и мы продолжаем проходить Jailbreak Progress. Постараемся в этот заход завершить все это дело, что мы начали. Так, давайте начнем с этой трассы к гавани, она называется. По наличию у нас 9. Игра достаточно агрессивно стала относиться к нам на последнем рубеже. Мы очень часто врезаемся, мы очень часто проигрываем схватки как голубым ведерком, так и обычным байкером. Мотоцикл слишком шустрый, и он в поворотах слишком будет. Поэтому здесь уже не такие шутки, как были в первых сериях. Listen here, see? Да. Listen here, see? Да что ж ты, перехватывай драку, дурень! Ах ты ж! Да, драки дело такое. Смотри-ка, мы минус 2 сделали, все равно пацаны упали. Мы время потеряли, самое обидное, самое драгоценное. Мы потеряли лидеров еще. Отрыв 160 метров от 14 места. Серьезно? Ты врезался в него? Серьезно? Ты же должен был сбоку объехать. Это я сейчас не понял, честно, как я в автомобиль влетел. Обычно они, когда по краешку в борт автомобиля, они ручками немного делают, так как локтями толкались. А тут я что-то вылетел. Ладно, начало было тут. Было в начале, первой мили. Хорошо, здесь меня еще не скинуло. Я вообще тогда орал. Самое обидное, когда перед перекрестком ты кого-то сбиваешь, попадаешь на его мотоцикл и улетаешь. Это самое обидное. Вроде выиграл дуэль, но просрал все остальное. Так, кто-то упал. Кто-то улетел. Да что ж ты, что ж ты так плохо повернул? Пошел вон. Смотри, какой злой. Ой-ой-ой-ой-ой. Как так? Капец просто. О, смотри, еще прибыл кто. Неда Петрович. Прям за секунду приехал. Очень много дают нитро. Прям вообще. Жги не хочу. Только жечь некуда. Повороты кривые.
на финалочку оставим. Если мы сейчас догоним троицу, я чувствую, мы там в конце все-таки можем всраться. До свидания. I'm getting very angry. Here's the pitch. I'm getting very angry. Here's the pitch. Ай-яй-яй. Ладно, поеду по встречке. Десять миль, примерно три осталось. Так, шансы на победу достаточно высокие. Все наши рядом. Что нам нужны? Даунтаун. Ой, хорошо как. Чё и лидер здесь. Дубинка. Хочу увидеть финиш и нитро прожать. Ау. Вон он, вон он, вон. Есть! Первые! Наконец-то! Впервые выиграли на этой длинной трассе. Так, дальше. Что взять дальше? Давай вот эту возьмем все-таки. О, вспомнил эту трассу, я как раз в конце тупил очень сильно на поворотах. В этот раз нужно сосредоточиться, потому что в целом места для маневра здесь предостаточно. Для того, чтобы вначале всех догнать, а потом начинать тормозить. Да-да-да, хай. Хорош. Впервые с ноги еще кого-то выкинул. Собака, собака, пошел вон. Ты что, даже не подъехал ко мне? Боишься меня? Правильно делаешь. Там кого-то изнасиловали аккуратно. Давай. Хорош. Подсигналился, не понимаешь. Во-во-во, уходи от него. Нельзя подыхать. Воп-воп-воп-воп-воп. Здесь надо аккуратно, здесь машины сейчас будут очень криво ездить. Так, слева вроде обходим.
Так, очередной ментос. Ай-яй-яй, в дом прямо, что ж такое, в угол дома. Ладно, 7 миль. По 7 миль ему 7. Какая ирония. Ух ты, погоди, я еще не отхилился, я на одну клюку тебе так. Блин, два, смотри, я еще от одного не избавился, уже второй здесь. Ну, второго, по-моему, нет. Второй улетел и не вернулся. Ох ты ж. Блин, напрягает он меня со своим электрошокером. Ай! Дурень, а? Смотри, он тоже еще здесь. Сейчас хотел проехаться, но нет. Он в стороне оказался. Не знаю, теперь получится, нет, в 8 место на тех поворотах, я там протру больше. Ух ты, повезло. Мог впечататься. Не видел я машинку. Очень злополучная трасса, очень. Хорошее начало и отвратная середина и конец. Главное, чтобы ментосов больше не было. Сейчас затолкают опять до ущерба меня. Ух ты! Слишком поздно увидел. Все, теперь победа точно провальна. Еще одна авария и все, мотоцикл восстановлению не подлежит. Будем пробовать, пока есть все-таки возможность, будем стараться. Глядишь, кто-то тоже свалится, такое же тоже бывает в игре. Либо я свалюсь, либо кто-то. Нет, не повезло. Чуть-чуть не хватило везения. 5 секунд. Так, что у нас есть еще попроходить, где мы не были? Давайте попробуем, может, еще сменить байк. Что? Точно. Меньшим давайте, может, скорость, может, она управляемость лучше будет. На какой-нибудь вот такой вот кривой дороге мы будем лучше просто, не знаю, поворачивать. Если дают два мотоцикла, значит, их можно юзать зачем-то. Нафиг. Нет, второго не получилось. Второй в елку въехал. Главное, самому не въехал. О-о-о, что-то со светом, что-то мелькает. Видите, все доведет, блин. Ощущение на персонаж был просто лютым. Напоминает, как будто лампочка
блин, в туалете не мелькает. Оп, минус один. Я думал, сейчас улечу. Блин, вот это вот самое неудачное место для полета. У кого такая фантазия была здесь сделать это место? Смотри, машина стояла, не ехала, стояла. Ау! Ау! Что же творите-то? Вот этот разгоняется до 70. Есть на прямом участке. Как бы писали, сколько максимальная скорость у каждой техники. Оп, Ментос. Ах ты, смотри, попал по мне. Палим. Надеюсь, под текстур не провод. Смотри, что было, а вообще. Хорош. Ах ты ж, погнал. Так, 3 нитра есть еще в запасе. Ой, здесь все. Да ладно, как я мог зацепить углом? Вы издеваетесь? Такая большая дорога, вы хотите сказать, что я прямо в эту машину, вот прямо в угол ее, да? Это был предпоследний финалку оставим на рывок. А на последний сколько там? 13 дней. Может быть пригодится, а может и нет. Может разобьемся раньше. Спасибо! Спасибо, спасибо! А я приземлюсь сегодня, нет? Я как-то вылетел дальше всех. Чё это у него такое? Чё за палка? Чё за дрын? Я не припомню такое оружие. Это тоже не до шока. Ух ты ж, смотри-ка. Мы снова в троечке. Вообще плотничком едем. Просто мега плотно. Хорош. Значит, выезд из туннеля будет финишем.
Да, да, да! Есть! Первое! Супер! Несмотря на то, что более дрищавый байк. Так, погнали дальше. Давай вот эту пройдем. 13,8 длина. И она очень кривая. Прямо очень кривая. Возможно, самая кривая за всю серию, что тут было. Будут одни несчастные повороты. Жалко, нельзя просто по прямой с холма спуститься и все за 10 секунд. Ух ты ж, смотри, ты не сбил. И не ударил. Ай-яй-яй-яй-яй! Я думал, в речку упаду. Да дай проехать, дура! Я тормозил, он тормозил вместе со мной. Как итог, минус два. Валяются на траве. Просто когда ты едешь на одном уровне, они повернуть не дадут. Пойдет. Ай! Ну, хотя бы не один. Ты смотри, за мной уже выехали. Он сальтуху сделал. Ой, красавчик Ментос. Как пришел, так и ушел быстро. Тихо. Я не хочу вылететь. Твою налево. Количество ДТП просто зашкаливает, мне кажется. Постоянно какие-то такие внезапные. Либо после холма. Либо, не знаю, как-то об угол цепляю, который не должен цеплять. Потому что проезжаю в пустую зону автомобиля. Ну вот опять Ментос. Одного дурака не хватало в этой дороге. Хорошо отстал. Я 13-й, середины пути, а я даже топ-10 не могу войти. Это лютая трасса, вот эти повороты. Мысли, как у меня все три нитра ушло? Вы что, серьезно? Я же одно пыль. Блин.
Плохо дело. Будем своими силами вырываться вперед. Wrong trip. You don't look like no baby seal. Наконец-то мне повезло, и кто-то вылетел. Shut the hell up. Молодец какой, не повернул. Просто взял и остановился на холме. Что может быть приятнее? Пятое место нас не устраивает. Остается 2 мили. Нам нужно побеждать. Побеждать, для этого нужно сбрасывать двух, чтобы они не могли догнать. Да что же вы творите-то, изверги? Ой, хорошо подтолкнул, не просрать бы теперь. Есть, есть, есть! Мы молодцы. Потому что трасса была одна из самых кривых, я считаю. Так, что осталось? Горы от моста в горы. Две трассы, друзья, две, всего две. Плюс еще должна быть, скорее всего, тоже как центральная завершающая. Как были перед этим, завалить Петровича, доехать до финиша среди своих. Здесь, небось, что-то общее соберу, я так предполагаю. Оп. Хорошо. Это мне понравилось. Потому что не надо обгонять. 167. 167 предел для этого мотоцикла. Эх, чуть-чуть. Посмотри, они проехали и не врезались. А я также проезжаю вот на машине, я постоянно калечусь. Хорошо. Ты смотри, вот оказывается, все-таки не самый быстрый байк, а... На нем лучше всего проходить. Пару миль всего скорости, оказывается. Воу, кто-то мне знатно наваляли. Ну почему? Почему он упал? Я выравнивал его. Оп, кто-то улетел. Так, вот здесь большой прямой участок. Нет, я думал, здесь будут холмы. Для прыжков.
Ух ты! Хорошо увидел. Альтуху. Так, кто там на меня быкует? Джордж. Дубинкой падла. Хорош, наконец-то я взлетел, а не разбился. Лучше потерять пару секунд на прыжке. Ах, повезло. Я думал, сейчас опять автомобиль разобью. Не запомнил длину дороги, меня вот это смущает. 13, 14, 15, сколько возьму? Пошел вон, хорош. Он меня повредил наполовинку, еще один удар, и я бы уже в аресте был. Ох. Осталось догнать 130 метров. Полет. Так, вон он. Это только шестой. Или там несколько? Нет, двое. На четвертое место можно претендовать. Нас это не устраивает, мы будем в парад выходить. Ох ты, трое. Четверо. Пятеро. Все здесь. Нитро на закусочку оставим. Замес тут прямо дикий намечается, походу. То есть человек за призовые борется. Еще и Ментос добавился, ах ты ж. Ах ты. Вот это он в меня зарядил, хорошо. Бодрил. Уйди, не мешай, пожалуйста. Нитро, только нитро. Блин, ты смотри, финиш был рядом. Котина ты. Пёс ты. Кошмар. Переигрываем. Просто обидно. Я думал, может, я и врежусь, но я улечу хотя бы до финиша, как это чаще всего бывает. После любой аварии ты улетаешь метров на 30. Но нет. Я просто застрял. В итоге финишировал Ментос. И он за мной не вернулся. Вот так-то. Минус 2 на старте. Жалко, нитро нельзя зарабатывать по ходу игры за те же убийства. Было бы как-то интереснее. О, дотянулся. Значит, будем растягивать очередь с помощью уничтожения. Хорошо, хорошо.
Ой, кто-то влетел. Ой-ой-ой-ой-ой. Прямо на грани. Тихо-тихо-тихо, нельзя всирать. Пошел вон! Есть! Победа за мной. Он такой прямо агрессивный пацанчик-то был. Ах ты ж, ты смотри, как обошел. Нормально. Главное, не остановились, а то иногда бывает такое. Очень бесит. Да-да. One lump or two. 90 метров отрыв задний. Даже передние уехали, опять на 200 метров походу. О, вот у этого что-то лютое, по-моему, под него нельзя заезжать. Он, я не знаю, что у него было. Так, Энтос. До свидания. Блюдительность закона. Так, вон, смотрите, люди, там четверо было. Пятеро. По-моему, все там. Надо шлепать. Как ни крути, кого-то шлепать надо. Иначе там будет такая жесть происходить на финишной прямой, как в тот раз. И будут толкать, пихать друг друга во все щели. Руками, ногами, шокерами. Плохо. Кого не снес. Опа, хорошо, не пустил. Ай, ай, не туда, прости, пожалуйста. Перепутал поворот. Вот про что я говорил. Какая чехарда намечается. О, за что вы меня так? Ну ладно, мы еще третий. Мы третий отрыв от переднего. Больше, блять, почему ты туда, дурак? Что ты сделал? Почему ты туда поехал? Объясни мне. Ну вот он финиш, он в городе уже, но это просто мега печаль. Я не знаю, почему его начал кидать как говно в проруби, но... Давайте сменим трассу на более адекватное что-то. Когда на одной и той же катаешься, ты, видимо, прижираешься к ней и просто невозможно.
Пошел отсюда. Почему-то не сработал сильный удар. Смотри, еще и мне по щам надавал. Оп, минус. А, нет, смотри, он перепрыгнул. Просто как низко. Да уйди, дерись и все. Что ж вы тормозите? То вы едете, вас не догнать, а теперь тормозите. Ох ты! Смотри, как минус 3. Просто на ровном месте. Но как непонятно, они не врезались? Ну и не перепрыгнули. Дубинку свою спрячь от меня. Подмахался он крюком своим. Сейчас нормально проехал. В другой бы ситуации я бы врезался, хотя проезжаю всегда одинаково, мне кажется. Так, вот здесь сейчас опять психованная зона, криво катающийся автомобиль посреди полосы прямо. Так, меня там давят сзади. На тебе твоей же дубину. Мысли? Серьезно, он меня с одной плюхи снял? А почему? У него же обычный удар был. Странно. Ладно, догоним, наваляем еще раз. Вот этим уже. Ой, а вот это что такое, я забыл? А, это запрет. Ой, прости, пожалуйста. Так, лес начался, массив. У меня нитро еще по самые помидоры. Ну что ж ты, гад, творишь? Ой, как хорошо. Тогда уходим. Раз меня так пропустили. Так, тут налево вроде поворот. Нет. Просто помню, после какого-то моста был такой поворот налево, развилка, перекрестка. Ладно, нитро оставляем на концовочку. Еще Ментос по-любому нарисуется, без них никуда в последнее время. Концовки. Меня догоняют, мне не нравится это. Так, все здесь. Парадно. Минус один. Вообще супер.
Хорош. Длину трассы не посмотрел. Плохо. Тут, по-моему, сейчас будет все кривое вот в этих поворотах. Да, и меня здесь будут обгонять. Ну ладно, у меня для этого, во-первых, нитро есть. Во-вторых, я второй. Но я хочу попробовать пободаться за первое место. Есть. Хорош. I'm the best. Ну что, осталась последняя злонравная пустыня перед финальным заездом. Наверняка покажут еще одну-две катсцены какие-нибудь забавные. И какой-нибудь круг почета через все материки. Ай, чуть-чуть. Здесь нужно максимум концентрации теперь. Добраться силами и валять. Ну что ж ты. Чуть-чуть не упал с дрифта. Так, мы едем на не самом быстром мотоцикле. Надо это учитывать. У него, по-моему, ускорение лучше. Ой, ой, халтура какая. Как я так? Ах, ты ж ментос. Да, конечно. Сам себя арестуй. Тебе мало? Подъезжай еще. Ой-ой-ой, ой, подлет. Ой, как неудачно было. Повезло. Ах, чуть-чуть не влетел. Вот че ж ты такой, я меткий. Так, хватит меня обгонять. Что у меня так обгонять? Мне кажется, что я снова 16. Ух ты, красиво улетел. Половину мимо. А, опять ментосы. Или бы жрали пончики. Нет, нарисовались они на моем пути. Смотри, какая зигзаг рисует. Там не хочет меня пропускать. А, ты откуда взялся? Пошел отсюда. Товарищ офицер, заберите.
тот корм, который упал. Вам делать ничего не надо, только остановиться. Пацаны резались. Надо наверстывать упущенное тогда. Ты отстанешь сегодня? Нет. Я еду к победе. Смотри, а не хочет ни врезаться, ни падать, а прямо отхиливается еще. Так, 11 миль. Мы вторые. Максимум предоточенность. Есть! Нет! Нет! Твою мать. Вот про что я говорил. Когда сбиваешь цель на перекрестках. И получаешь проезд по его же мопеду. Шестое место. Блин, прозевал, пока смотрел на карту. Это все, это поражение. Это очередной заезд будет. Пока смотрел, не заметил встречку. Если вдруг там массовые какие-то суициды начались у патагонщиков, тогда еще нормально. Но я сомневаюсь в этом. А все из-за мусора. Вот он катался за мной пол трассы. Да пошли его. Вот после него все пошло на смарку. Первые 10 миль были идеальными. Вот, это идеальный старт. В общем, радоваться нельзя. Даже когда ты видишь финишную черту, еще можешь завалиться во все стороны и еще назад уйдет. Почему не попал? Я понял, у тебя дубинка плохой. Теперь у меня дубинка, я плохой. Ау. Да что ж вы творите, куда вы меня выкидываете? Только ехать и оставаться 14-м, кошмар. Карта финальная, айда на финальных нунчаках подеремся. Набьем себе килов. Если не отнимут и не поимеют в ответ. Хорош. Надо было сразу так с ментом поступить, наверное, сразу. Прости. Еще раз я попаду, и ты так не будешь делать. Это чтобы меня не обгоняли в каньонах.
Да, я говорил, не надо меня обгонять в каньонах. Ай-яй-яй, машина! Сойдет, сойдет. Главное, не упали. Главное, целенькие. Собака, а? Помрешь сегодня, молодец. Так, двое. Вы мне нужны. Так, есть один валялся. Мы его обогнали успешно. Там трое, четверо. Надо хоть кого-то сносить, желательно двух, чтобы в тройке кататься. И бы меня опять будут до посинения толкать. Ох! Хорошо. Пофигу, что это не в мою копилку пошло. Вот это хорошо. Теперь главное аккуратно собраться и не падать. Ой, хорошо-то как. Езжай, мне не жалко, езжай, только не убивай меня. Зет, Зет злой, я помню. Аккуратно, главное аккуратно сейчас доехать и все, пусть он финиширует. Вот, хорошо. Тихо, тихо, тихо. Кто, Зет впереди на 90 метров, он финишировал, а я следом, и я молодец. Супер, молодцы. I'm busting a buddy out of jail, and I wonder what kind of a machine you got for that. You're what? I am breaking my buddy out of jail, and I wonder what kind of a machine you could recommend. Well, take the sidecar. Nice machine! Nice machine! The solid sidecar. I'm taking it! Так, ну что ж, большой момент настал. Берите коляску к Азису и освободите Спаза, а потом увезите его домой. Так, Спаз отмечен крестиком. Нам нужно пересечь, получается, пустыню, чтобы его забрать. И пересечь мост. И там, получается, высокий мост, по-моему, трамплином должен быть. Мы его много раз пересекали уже. Дело в шляпе, в принципе. Если только вот сейчас этим говном управлять, это будет полный трэш. Но просто неповоротливая. Максимально неповоротливая. Корыто. Так, что у нас? Ограничение только по времени. Мы должны успеть набрать Спаза. Поэтому я думаю, здесь нельзя падать.
проходить нужно чисто максимально быстро, на аккуратность, на ровность. Надеюсь, я когда его заберу, он мне будет помогать рулить как-то. Тихо. Все, у меня теперь только левая зона доступна для атаки, а он, видимо, за правую отвечает, если он сможет. Если он не сцепло и не будет сидеть в люльке. Просто сидит. Так, ускорились. Навстречу с пазла. Тихо, аккуратно. Аккуратно, самое главное. Так, левый поворот, таймер пропал. 27 секунд. Пас, держись, ты где? Ты где, братишка? Я же за тебя тут столько... О, смотри, кордон. Спас! Беги! Беги, мать твою, спас! Голливудский побег, смотри, за ним погоня, человек 5. 6. Так, товарищ сел, помогает хоть как-то рулить. Не сильно, но помогает. Ну, есть порядковый номер. Это только вопрос, будет ли он драться, или он... У него просто кулак. Наверное, не боец. Его нельзя подставлять, я думаю. Так, мост. У нас мост должен быть на мосту, мы должны будем продержаться. Кто-то, какая-то банда навстречу поедет? Хорош! Блин, здесь сейчас правый поворот будет, у меня вправо вообще тупля. Так, спад, давай вот сюда. Оба жопы танцуют, Джагу. Я просто понимаю, что его нельзя давать бить. Хорош, он врезался. Вот вообще сейчас тишина и спокойствие настало. Хорош, недалеко встречка. Блин, мост кажется таким длинным просто. Оп, еще мотоцикл. Погоня века. Смотри-ка, свои защитили. А? Не дурно? Кирпич, ты сохранил свободу спазу и стал миром всех байкеров. To get these chains off. Now, I wonder if maybe we could just snip them up. Oh, hello. I just got out of a place, and I don't want to go back. Do I, Punk? Oh, you don't want to go back. You just broke me out, you see. I knew that. I figured that. But you can maybe get you a suit or something, you know, that's not quite so orange. It prevents him from blending smoothly into the crowd, such as myself. Right. Yeah, exactly.
Did you just see that biker give a lift to that little goat? Freaks. Ну что ж, дорогие друзья, вот такая была замечательная игра. Напоминаю, игра 2000-х годов на плойку. Чисто убить время по фанцу с друзьями более чем. Сюжет, ну, примерно на 3-4 часа. Что там, каких-то небольших переигровок и тому прочему. Обязательно сыграем теперь еще в современную версию Road Redemption. Посмотрим, какая она в данный момент у разработчиков, потому что у нее были изменения, она была очень в плохой начальной стадии, были обновления. Ну а старая очень классная, поэтому у кого есть друзья, welcome, скачивайте эмулятор, скачивайте игру, она весит буквально 300 мегабайт и куча веселья, море фана обеспечена. На этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. До скорой встречи, пока-пока.